Я представляю компанию «Силур», которая расположена в городе Перми на Западном Урале и которая специализируется на производстве высокотемпературных химически стойких фланцевых уплотнений, которые применяются в различных отраслях промышленности. Как мы знаем, это любое судно, любой корабль – это высокотехнологичное инженерное сооружение, которое имеет в своем составе различные типы оборудования. Это насосы, компрессора, трубопроводы, различные запорно-регулирующую арматуру, которая обязана по умолчанию быть в своей работе герметичной. И вот наши уплотнения, наши продукции, которые здесь представлены, они как раз и решают эту задачу. Но это традиционная продукция, которую мы выпускаем. Почему мы приехали на выставку «Нева» судостроительную? Потому что в нашей линейке продукции появился новый тип уплотнений. Мы много понимаем вопросы герметизации, и поэтому для обеспечения запросов судостроительной отрасли разработали новый тип продукции. Это тоже из области герметизации, который называется быстроразъемные соединения сухого типа, которые обеспечивают безопасную эксплуатацию шланговых линий. То есть два быстроразъемных соединения соединяются, и если нужно рассоединить, они обеспечивают безопасное рассоединение без пролива жидкости. То есть надеемся, что наш продукт заинтересует наших потенциальных покупателей в судостроительной отрасли, мы будем полезны нашим клиентам. Такие мероприятия позволяют встретиться с заказчиком, изготовителем, производителем, представить новые образцы продукции и просто продвинуть отрасль вперед.